Продолжаем программу. 2023 объявлен указом президента годом педагога и наставника. На ММК МИТИ с учителями профессионального мастерства гордятся не без причины. Рафис Сахабуддинов на производстве отработал 52 года. Сейчас активно передает свои знания молодежи. О профессионале, неуемной энергии, секрете бодрости и позитива в нашем следующем сюжете. Рафис Сахабуддинов родом из города Лысьва Пермской области. Там окончил электромашиностроительный техникум по специальности обработка металлов давлением. На отработку прибыл в Магнитогорск. Шутит. Собирался провести в городе металлургов 2 года, а остался навсегда. Работал на калибровочном заводе мастером, технологом. После в НИИ МИТИС трудился ведущим научным сотрудником железнодорожного крепежа. На ММК МИТИС был начальником бюро, инженером. В почетном возрасте, а Рафису Равильевичу, к слову, 71, перешел в статус наставника. Моя задача технологическая, то есть я должен ее научить, какие требования к продукции, на основании каких ГОСТов, технологических карт, то есть как мерить, как испытывать. То есть я техническую сторону даю ему. И обучаю охране труда, тут тоже провожу. Под наставничеством Рафиса Равильевича сдали на разряд более 80 молодых работников. В настоящее время специалист курирует 16 сотрудников. Признается, в качестве наставника тоже многому научился. Я научился общаться с людьми, скажем так. Я же еще преподаю в колледже. Вот в прошлом году начальник отдела кадров пригласил меня, говорит, вот профессионалитет, нужны преподаватели. Первый, второй, третий курс. Потом, значит, мы организовывали экскурсии по заводу, потом интерактивное обучение, в техклассе мы проходили. О своей работе Рафис Сахабуддинов может с упоением говорить беспрерывно. В помощь обучающимся написал несколько пособий. Не без доли иронии почетный метизник производства называет себя стариком Хаттабычем. Он такой человек был, веселый. Вот я так просто, ради шутки. Вы тоже веселый? Я веселый. Я очень такой коммуникабельный, с юмором. Поэтому я нахожу язык со всеми. Рафис Равильевич живо интересуется профессиональным ростом своих подопечных, ставших работниками ММК «Метис». На разряд сдал 2 месяца назад. Работаю уже на ММК «Метис» 6 месяцев. Вот. Наставничество очень помогло. Намного легче влиться в рабочий процесс. Специалист неуемной энергии поделился. Секрет молодости и душевного подъема в постоянном саморазвитии. А если есть возможность заниматься спортом, это еще один плюс к профессиональному долголетию. Я много лет занимался конькобежным спортом. Я первый уже зря по конькам. Это Пермская область, она славилась. Там и Титова, и там все эти олимпийские чемпионы. Вот я там выступал за город свой, Лысьва там и все. Вот это. Поэтому я сюда приехал после техникума с коньками. Что касается рабочих планов, Рафис Равильевич намерен трудиться столько, сколько потребуется, чтобы помочь молодым сотрудникам влиться в большую производственную семью. Это смысл жизни, это энергия, это вот, знаете, движение, это жизнь. Я вот не представляю, если я сейчас не буду работать, это я буду... У меня сада нет. Я должен что, на диване сидеть или лежать там что-то? Дина Наумова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ.